фотографию взял, поднял два малыша тут. Там тоже молодые есть. Все уперли. Вот они. Очень высоко. Но. Вот они. Вот отдаляю. Чужаки были какие-то, куда делись? Все выше пошли. Еще выше пошли. Еще штуки шесть. Чужаков где-то были. Ну, фокусируй. Сегодня прохладно. Вот эта двойка. Прохладно. 35 градусов. 16, по-моему. А вот чужие, вот. Вот чужие. Я не знаю, чьи это голуби. А мои вон они. Ой, блин, сокол прилетел, друзья, сокол. Сокол бьет, бьет, поймал. Опять сокол, друзья, опять поймал, наверное, малыша кого-то. Вот сволочь. Сволочь такой. Сволочь. Подлец. Опять поймал. Опять. Опять. Тащи. Опять вот поймал и потащил в сторону гор. А тварь. Тварь такой. Друзья, кто-то хвалится, что у него от сокола уходят очень хорошо. Он потащил. Хорош поймал. Малыша, я думаю, скорее всего. Уж далеко. Потащил. Добивает, что ли? Да, друзья. Ну, очень высоко было, друзья. Вон они, вон там, не знаю, вот если видно будет, очень-очень высоко, вот 10 штук вверху было, вижу 5, вижу 5, не знаю, возьмет, не возьмет, что ж ты будешь делать.
тащил свою добычу. Что ж ты будешь делать, а? Все настроение портит. Я понимаю, что тебе кушать хочется. Попробую поймать, вижу. Ну, наверное, не возьму, друзья. Вот. Вот они. Все, будем ждать. Посмотрим, какого забрал. Да, я думаю, малыша. Думаю, какого-нибудь малыша поймал. Вот он зеленкой прилетел. Вот эти над домом летают, друзья, они садятся. А тех я не вижу. Зависает уже. Ну, молодой, эти оба молодые. Вот и пришел, собственно, свою дань забрал. А вот вижу голубей, вижу, не знаю, возьмет ли, вот они. Что ж такое-то? Приспустились. Они садятся, летают там, улетают. Иди в пятый, шестой. Вон там все. Кто-то хвалится, что у них от сокола уходят. Пусть приедут к нам на юга, погоняют на Кавказ. И посмотрим. Будут хвалиться или не будут, что у них от сокола уходит. Да, они уходят. Опыта набираются более-менее. Но может много раз уйти и уйти, один раз ошибку допустить. А малыши вообще уязвимы. Не спускаются. Чап на месте, по-моему. Сейчас посмотрю. Да, чап на месте. Какого-то белого забрал. Ну, там пару взрослых белых есть. И три молодых. Три с зеленкой. Я сейчас не вижу зеленкой. Вот. Игру ведет. Кувыркается. Что такое? Что-то они опять скорость набрали. А вот стой, вот он, что там пролетел еще? Вот сокол был опять, друзья, видели? Видели, Сапсан пролетел? Как низко над крышей.
Не знаю, сколько их тут. И малыши, наверное, у них уже вылупились где-нибудь здесь. Но что-то они там все равно не очень так спокойно летят. Что ж такое-то? Спокойно не погонять голубей. Ладно, приопустится еще ниже тогда. Вверху еще. Пока на паузу. Вот эти двое. Этот малыши. Вот второй зеленкой. И перка тоже белая, молодая. Молодой, не знаю, еще игру не взяла. А он сверху, вон те вот четверо. Да я знаю, по-моему, белого, по-моему, взял зеленкой. Который хороший бой взял. По-моему, его нет. Пока на паузу. Давай, садитесь, никак не сядут эти. Никак не сядут, а эти вот приспустились. Ну так и живем, друзья. Достал он уже. Еще и здесь один по низам пролетел. Не знаю. Да, зеленкой. Зеленкой. Забрал. Вот раз зеленкой, на крыше два. Там нет. Малыша забрал. Хороший бой уже брал этот малыш, друзья. Хорошо летал. И летал, и бой такой неплохой. Но ладно, друзья, как-то так. Удачи.